Если нет новостей, сегодня стало известно о том, что 6 мая состоится встреча контактной группы и наконец-то запустятся работы по групп в Минске. Какие надежды возлагает ДДР на эту встречу? Вы как глава республики? Вы думаете, что наконец-то начнется работа? Ну, надеемся. Ну, мы отправили ряд предложений, которые предлагали еще на последней встрече в Минске, я и вот Минск. Эти предложения мы еще раз озвучили за украинским коллегам. Но я не думаю, что какие-то результаты этой встречи будут позитивные. Но слава богу, что она сама по себе уже состоялась. Это уже победа. Далее, ну, в данный момент, в принципе, все зависит от Украины. То есть Украина пытается рассматривать военные вопросы в первоочередной порядке, ну, то есть в первую очередь. Мы же хотим, чтобы Минские договоренности исполнялись в комплексе, то есть экономические и политические. Так что из этого получится? Ну, давайте загадывать не будем. Посмотрим результаты этой встречи. Надеемся на лучшее, а там увидим. Далее. Еще вопрос. Мирный Донбасс. Александр Владимирович, по Донецку уже появились билборды. Дончане радуются, увидев объекты, которые перешли в национальную собственность. В частности, и рынки. Буквально на последнем заседании Народного совета было принято такое постановление. Но депутаты некоторые выразили такую обеспокоенность тем, что внутри города за рынки начнется своя такая маленькая война, и что будут до последнего собственники рынков отстаивать. Вот не боитесь, что такой будет конфликт? Ну, врагов боятся, волков боятся в лес не ходить. Изначально была идея следующая. Мы хотели рынки передать в собственность на мэров городов. Но вы правильно заметили, что собственники рынков удачно отстаивали свою точку зрения, и, к сожалению, мэры не смогли справиться с противодействием этих людей. Поэтому было принято решение на Народном совете передать рынки в собственность государству. Было создано государственное предприятие «Рынки Донбасса», и процесс уже пошел. Ну, я вам скажу следующее. Все, что касается национализации, в данном случае, да, или там, все, что касается вот для улучшения благосостояния жителей Донецкой Народной Республики, государство будет жестко контролировать эти процессы, и любое противодействие будет просто сломлено, даже невзирая ни на личности, ни на персонале вообще абсолютно. Поэтому мы прекрасно понимаем, что, ну, допустим, Калининский рынок, вы знаете, какая там занимает эта площадь, да, он был выкуплен за 300 тысяч гривен. Ну, поверьте, это стоимость десятков миллионов. Причем аренда не платилась там практически лет 10. Ну, если взять любой другой рынок, ситуация похожая. Карцизские рынки приватизировались там за 17 тысяч гривен, за 12 тысяч гривен. То есть вот такие цифры. То есть рынок площадью там 8 гектаров был приватизирован, не приватизирован, а взят в аренду за 12 тысяч гривен. Далее, что бы они ни говорили по поводу собственности. Никто никогда на рынках сам практически ничего не строил. Почему? Потому что в Старовуйчих собирались определенные деньги, строили за эти деньги киоски, лотки, ряды выстраивались, и потом за счет аренды это все погашалось. Ну, я не вижу никаких препятствий с юридической точки зрения. Есть несколько рынков, которые действительно частной собственности, это рынки мы не трогаем, так как они действительно частной собственности. Но как они туда попали и за какую сумму денег, будем очень внимательно разбираться. Не волнуйся. Еще последний вопрос. Все ждут 70-летия Победы, Александр Владимирович, учитывая последний обстрел. Вот там перебили. У меня, да, тут по поводу обстрелов один из вопросов. Будет ли все-таки парад и празднество этому дню? И еще один вопрос по поводу увеличения числа обстрелов. То есть, как сейчас будет регион республика? Сколько будет следовать Минским соглашениям? Мы всегда следовали Минским соглашениям, на любой обстрел адекватно отвечаем. За вчерашний день при попытке обстрела города Донецка было уничтожено до 4 батареи противника, уничтожено 2 танка и 4 самоходных артиллерийских установки. К сожалению, они попали в радиолокационную станцию, контрбатарейная борьба занимающаяся. Но это вопрос времени. Если противнику не давать по носу, он почему-то начинает наглеть. Но украинцы этого не понимают. Они думают, что они такие великие, смогут спокойно и безнаказанно обстреливать наш город. Но у них не получилось. Далее. Почему это связано? Потому что празднование 9 мая в Донецке для украинской власти это как кость в горле.
на самом деле. Парад будет в любое время, в любую погоду, неважно даже на обстрелы. На сегодняшний момент конкурс солдат, которые хотят участвовать в парадном, в проведении парада, составляет место 35. Лицеисты приходят с папами, с мамами, просят со слезами на глазах не исключать их с парадных расчетов за какие-то провинности, вплоть до того, что отцы там уже начинают со свойственной им убедительностью обучать сыновей поведению прям при учителях. Действительно, это очень большая вещь, экипажи очень сильно стараются, подъем сумасшедший просто победить. Вы можете себе представить, участвовать в первом параде, быть первым, тот парад, который происходит в Донецкой Народной Республике. Это великая честь, и я уверен, что спустя там десятки лет эти люди, которые будут участвовать в этом параде, будут рассказывать не только своим внукам, а правнукам и другим детям, как это происходило. Это гордость на всю оставшуюся жизнь. То есть ты попал в историю, это действительно правда. Поэтому парад будет. Несмотря на протесты киевских властей, на параде будут участвовать все виды техники. Артиллерия, танки, реактивные артиллерийские установки. И все, что касается наших вооруженных сил, будут поставлены все рода войск и вся техника, которую мы располагаем. Люди должны увидеть, что мы в состоянии обеспечить безопасность государства, обеспечить безопасность жителей. А ну, по поводу обстрелов, вероятнее всего, скорее всего, будут. В этом мы аппарат предусмотрелись. Думаю, тогда обстрелов не будет вообще никаких. Еще последний, последний и все. Возвращаясь к теме контактной встречи, контактной группы, что Денис Пушилин заявил, что разосланы приглашения. Кто будет от ДНР присутствовать на данной контактной встрече? В смысле разосланы приглашения? Денис Пушилин заявил, что было получено приглашение на контактную встречу. Не разосланное приглашение, а были украинские ВСИ вместе с представителями армянской четверки пригласили встретиться нас с представителями украинской власти в Минске 6 числа. Для чего? Для того, чтобы познакомить всех участников контрактной группы, их 4. От нас будет 8 человек, которые туда выезжают, то есть каждая контактная группа, по 2 человека от наших представителей. Также будут представители ВСИ, это Украина. Эти люди должны между собой познакомиться и по дорожной карте, которая была разработана в Минске, начать заниматься тем процессом, который, к сожалению, до сих пор